Ребят, всем привет! Сейчас только почти начался рестарт сервера, и мы начинаем писать летсплей по игре Танки Онлайн на новой карте Небоскребы. И поиграем мы на сочетании Васпарели. Попробуем тут, естественно, нарить. Битва будет длиться около 14-15 минут. И давайте просто будем обозревать эту карту, смотреть, что-то объяснять и надеяться на голдик, потому что все-таки новая карта, надо голдик как-то попробовать словить. Так, и кого бы сейчас вынести, давайте посмотрим. К примеру, вот это вот фриза. Да, мы даже делаем дабл килл. Это отлично. И видим еще одного фриза, надо его тоже... Нет, нам не удается его рельнуть. Так, тут спуск есть, да, давайте попробуем эту релю слить. Вот так вот. И нет, все, меня тут уже фриз начинает колбасить. А, ребят, почему-то я без ДДшки был. А, да, точно, я же ее подобрал. Ну что ж, давайте начинаем. Вернее, я начну свой рассказ, а вы слушайте. Карта Небоскребы — это, считайте, замена карте Рио. Тут самые большие дома. Опа, ребята, вот и голдик. Отлично, и тем более новая надпись, оранжевая. Правда, ее сейчас плохо видно, когда она немного исчезла, но мне кажется, желтая надпись была лучше. Отлично, отлично, ребята, это радует меня. Так, давайте... Блин, меня уже гром лупасит. Не, давайте самоуничтожимся, сейчас прыгнем быстренько. Так, отлично, давайте попробуем сейчас ловить этот голдик. Я не знаю, где падают кристаллы, походу где-то сверху, возможно. Так, главное, чтобы жига меня не валила. Так, я знаю, он там падает. Ребята, я очень сильно извиняюсь. Я сам зол на свой компьютер, у меня залагал флешплеер. Этот урод все-таки как-то посмел залагать. И, блин, так... Мы упадем. Нет, мы самоуничтожились. Я начинаю, я, в общем, включаю нарку, начинаю ехать, и у меня он просто лагает. Я не знаю, у меня какая-то... Что ли... Блин, я даже не знаю, как это объяснить, потому что и браузер у меня лагает, и флешплеер у меня лагает. Я даже не знаю, что делать. Это правда, ребята, это очень плохо, но хотя бы мы увидели эту оранжевую новую надпись. Знаем теперь, как она выглядит. И если бы не мой идиотский флешплеер, то, возможно, у нас были бы хотя бы шансы увидеть этот голд. Так, это было очень печально. Я так расстроен. И давайте, наверное, уже точно начнем свой рассказ. Я думаю, вы сейчас можете видеть, небоскреб, он гораздо выше, чем на карте Рио. Потому что теперь эта карта считается самой большой в игре. Я, наверное, уже говорил то, что она пришла... на замену карте Рио. И тут, ребята, еще один голд. Офигеть, я думаю, хотя бы сейчас мы его увидим. Офигеть, ребята, я даже не знал тут, что на этой карте происходит. Одни голды, я офигеваю. Так, где бы встать? Так, шаф, давайте шафта сольем, чтоб не мешался. Так, ну вот, в принципе, кристалл. А, да, ребят, эта карта же похожа на карту бездна. И, блин, меня морозит фриз. Черт, это плохо, это очень плохо. Давайте сольем. Блин, все, ребят, меня сливают. Вот такие крысы. Ник этой крысы степноюрел какой-то. Так, в принципе, вот тут есть дроп. Ребята, вот он, врубаем аптеку и... Да, ребят, мы взяли золотой ящик, отлично, отлично. Вот взяли голд, только почему-то надпись не светится зеленым. Это лично для меня это плохо, потому что теперь все, что связано с голдом, будет светиться оранжевым. И скоро будет сброшен золотой ящик, и кто взял золотой ящик? Вы, не вы, но все равно будет светиться оранжевым. Так, отлично, ребят, взяли мы голд. В первом летсплее, вернее, это уже четвертый летсплей. Наконец-то мы его взяли. И было два голда, надеемся на третий.
Ребят, я извиняюсь, надо сейчас зайти в гараж и купить хотя бы одну аптеку, потому что нарки у меня очень мало. И я просто собираю кристаллы. Я, наверное, да, я уже говорил в летсплее номер 3, то, что я буду покупать краску скалу и буду покупать еще комплект по 1000 нары. Да. И, ребят, пишите в комментариях, как вам новая надпись. Лично мне она не очень понравилась. Да, на иногда люди, которые играют без звука, это им, например, это очень даже в плюс. Так, сейчас мы как нубы вылетаем. И давайте сейчас, наверное, продолжим наш рассказ, потому что никак мы его не можем ни начать, ни закончить. Ну, ребят, это, если вы смотрели видеоблог, в нем было сказано то, что это просто-напросто переделанная карта Бездна. Добавили несколько новых текстурок и несколько новых домиков. Так, теперь эта карта очень будет популярна для паркуристов. Разработчики опять устроили конкурс, так же, как и с картой Рио. Он заключается в том, что если... Ну, первая команда, которая покорит эту карту и заснимет это на видео, первым пришлет разработчикам на специальный имейл. Если вам интересно, то этот имейл contest вроде sobakatankionline.com. Ну, я лично не знаю. Так, о чем это я? Потерял мысль. А. То, что, да, в основном эта карта сейчас будет для паркура, и я даже не представляю, понимаю, Рио еще можно было как-то покорить, но уже небоскребы, это просто, я не знаю, у меня правда, ребят, нет слов, я не могу представить, как люди будут покорять это место, ну, в общем, это будет полный ужас, полный капец, вот и все слова. Так, сейчас в минус уходим, да. И так, ну в основном вы видите то, что эта карта очень-очень похожа на Бездну. Некоторые элементы были добавлены, например, вот справа, вот куда сейчас моя камера смотрит, добавлен какой-то конус на какой-то домик, перерисованы текстуры. Теперь можно, кстати, посмотреть. Вот раньше, я думаю, вы все знаете, была такая тайная комната. И сейчас, ну... Давайте, блин. В общем, она находится вот где вот это вот здание слева, я думаю, вы сейчас увидите, которое было ближе. И получается, на него надо было залететь, желательно на Васпике или... Ну, на Васпике в основном было легче залетать. Так, сейчас получаем плюху от грома, да. Жига, о, это Смоленск, это знакомый мой. Так, в общем, видим, нет, все равно есть тайная комната, но тут мешает текстурке проехать. И я думаю, в принципе, если перевернутого Хорнета какого-нибудь туда протолкать, а потом он с рельса перевернется, то, возможно, забраться туда можно. Вот, добавлены кусты. Ребят, лично мне не нравится, как добавлены все эти кусты, потому что они, наоборот, портят картину. То же самое было сделано с Безумием. Я думаю, в основном все помнят, Безумие это было вообще... Самая-самая лучшая карта и для грабежей, просто попрыгать, половить голдики, это была самая такая топовая карта, но ее потом убрали, разработчики говорили то, что очень много дыр было, и вследствие того, что человек, ну вернее танк, когда он падает, на него, если он попадает в дыру или где-то рядом, я точно уже не помню, то просто пишет неверная игра или что-то в этом роде. И когда ее вернули, опять тоже добавили кусты, добавили какую-то платформу, наверное, вот так вот можно это сказать. А вот и мы немного забрались. Добавили какую-то платформу в центре снизу, и тоже неудобно было эти кусты. В основном эти кусты, они наоборот портят картину. Это, ну, это лично мое мнение. Лично мое мнение, ребят. Так, давайте поставим минку. Попробуем нормально приземлиться. Да, ребят, мы нормально приземлились. Сейчас надо поехать куда-нибудь наверх. О, на минке мы подрываемся. Так, рикошета видим. Надо как-то сваливать.
Так, спадает у меня ДДшка. А, ну он на одну уже. Его рельнула рельса М2. Да, 4 минуты до конца битвы, мы на третьем месте. Возможно, можем попасть на второе. А почему это мы ваншотнули Васпа? Ну, у меня рельса-то прокачанная, я думаю, вы это уже знаете. Я в первом летсплее это говорил. А, он, походу, был в краске. Мне показалось то, что он был в краске Тина, но, скорее всего, он был в хохломе. Есть такая краска, она открывается подполковника, если мне не изменяет память, и защищает она от смоки, рикошета и фриза где-то по 20%. Да. Ребята, я глубоко извиняюсь. У меня тут... Все, ребята, я очень сильно извиняюсь, это мой фейл, мне просто позвонили, да, бывает такое. Я, наверное, не один летсплейщик, у которого телефон звонит, я думаю, вы многие догадаетесь, у кого тоже во время записи летсплея звонит телефон. Так, какой-то фриз мне тут чпокает, делаем дабл килл, отлично. Если, ребят, упадет еще один голдик, это будет вообще зашибись. 3 голда за летсплей. У меня такого не было никогда. Только было 2 голда в первом летсплее и 1 голд в летсплее номер 3. Ну, во втором летсплее, если вы смотрели, я играл просто на карте песочница. На сочетании Васпа Фриз, там в красках Продиджи и Зевс. Мы просто тащили ББП. Да. Вот, и, ребят, мне лично мне карта очень понравилась, только есть минус то, что эти кусты добавили. Лично мне кусты вообще не нравятся, я просто их ненавижу. Во-первых, там не видно танка. Да, ну, если ты едешь, тебя не видно, это плюс тебе, но все равно плохо видно. На многих картах такое есть, на карте... Не помню, на карте Берлина есть или нет, я не буду про карту Берлин говорить, я на ней очень редко играю. На карте Дюссельдорф есть, когда ее изменили по бокам, появились кусты. Потом была одна такая карта, вроде бы Темпл, я точно, ребят, тоже не помню. Похоже, Темпл, потому что... Так, сейчас меня Жига бьет. Потому что, помню, там были кусты, мне постоянно... Шафт оттуда лупасили. Давайте сольем вот так вот и красанем. Вот, и для шафта, кстати, да. И для шафта, кстати, вот кусты, да, это плюс. Они в режиме прицеливания очень хорошо видят, и если они туда засели, то это их уже почти не выкурить, если просто не заметишь, откуда идет выстрел. Ну что ж, ребят, подвожу итоги этого летсплея. Лично мне карта понравилась. Ну, это та же самая карта Бездна, только ее переименовали в карту Небоскребы. Она вот вышла буквально пару часов назад. Я уже говорил то, что играю после рестарта. Вот, и либо нам так повезло, то, что упало 2 голда очень близко так друг к другу по времени, либо просто сейчас... Разработчики устроили голдопад на этой карте и больше ничего другого. Так, ну что, давайте последние 35 секунд тут уже добиваем всех, подберем. Так, надо смоку вынести, вот так вот. Так, ну что. Так, в минус, не в минус. Отлично, подбираем ДД. Давайте какой-нибудь... 20 секунд остается, надо какой-нибудь сделать под конец... Полет, что ли. Ну, хотя бы здесь. Да, ребят, сделал. Понятно. Так, ребят, ну что, всем спасибо за просмотр, спасибо за внимание огромное. Хочу еще сказать спасибо, что вы меня смотрите. Получаем мы 247 кристаллов. И всем удачи, всем пока.